Всем привет, меня зовут Лина, и это рыцари старых республик. Еще пока не очень старые мы. Вот, которчик, мы с вами сейчас, наверное, что-то попытаемся сделать. Я обнаружила, что, оказывается, есть такая штука, как критический удар. Вот. И что с критическим ударом в целом все заканчивается довольно быстро. Так, медпункт. Ой. Скажи, шасси, ситхи. Чё ситхи? Этот замученный селка держал что-то вроде жетона. Хорошо, желтон так желтон. Чё произошло? Почему у меня... Так, лечение. Пойдемте расскажем Шазе о том, что ситхи плохие. Так, я нашла умирающего от пыток Силкат, и он дал мне это. Это та иголка, которая дал Галлас, и когда были еще детьми, на ней есть кровь. Ты это найдешь где угодно. Ты убил Галласа. Ситхи запытали его до смерти. Используй силу, загляни в свое сердце, и ты поймешь, что такое хорошо и что такое плохо. Я не хотел верить в это, но я больше не могу отрицать явную правду. Галлас мертв, и в этом виноваты ситхи. Я должен извиниться за то, что сомневался в тебе. Ситхи и правда настолько злы, насколько ты сказал. Мы должны донести это властям Махта-Сити. Да-да-да, идите доносите. Тебя берегли от лишних знаний. Если бы прошло некоторое время, и ситхи полностью переманили тебя на темную сторону, ты бы с радостью предал бы собственных ребят. Так, быстрее, ребята. Да, быстрее. Так, сохранить игру. Небольшой нюанс данной игры и того, что автосохранение записывается на автосохранение, в том, что я в какой-то момент обнаружила, что у меня все померли, а я не могу выйти с этой базы, потому что все... Потому что все мертвые. Пришлось немножко переигрывать. Как вы сюда попали? Постойте, я узнаю вас. Лорд Малок был очень недоволен, когда узнал, что вы ушли с Тариса живыми. Он обещал щедро наградить любого, кто уничтожит вас. Мастер, дайте нам честь помочь вам уничтожить этого врага ситхов. Как пожелаете, мои нетерпеливые ученики. Удалим эту занозу из бока Малока раз и навсегда. Оглушить. Покончим с этим. Чё случилось с картом? С тобой чё? С тобой чё? А с тобой чё? Подожди. А ты чё делаешь? Ты у нас... Ага. Чем могу помочь? Давай. А какая атака? Критический удар, хера. Нет, пакет заодно. А куда ты? Подожди, она сейчас помрет. Чем могу помочь? К бою! Короче, надо как... Фига себе. Надо как-то вообще... Походу... Я здесь. Юзать скиллы, юзать бафы. Легче всего, конечно, это делать за карты, потому что ты смотришь и контролируешь весь бой, когда они... А это что? Она сейчас помрет. Чем? Ой.
Тебе конец! Если фигачить критические удары, да, сверху со всякие штуки, то в целом как бы бой... Чё? Ты чё? Ай. Помер, да? Тебе конец! Да, у нас помер, короче, этот... Амир. У нас Бастила померла. Поехали! Без Бастила, конечно, трудно, и этот чувак-то убьет, будь здоров, и это больно, да, вообще, ай, как больно. А это, походу, вообще, он бьет, я бью. Я померла. А стоит ли вообще идти тогда в это место? Не, ну как-то побеждать-то надо. Как вы отстань. Сюда попали? А... Так. Его надо как-то оглушить. Его надо... В стазис. Так. Поехали, наверное, да? Я здесь. А ты куда пошла? А зачем? Зачем ты туда пошла? Объясни мне. Ты сам этого хотела. Понятно. Чем могу помочь? Бросок светового меча. Короче, надо сперва учеников всех Померла. Я здесь. Да? Ну такое. Если мы сейчас ничего не сможем сделать, будет крайне грустно. Как вы сюда попали? Иди ты в пень. Постойте. Так. Надо распределить, получается, да? Чем могу помочь? Куда ты пошла? Бей силкатов, они мне портят всю статистику. Чем могу помочь? Я сейчас помру вообще. Да будет так! К бою! Оглуши его, пожалуйста. А ты пей. Я здесь. Так, нам осталось добить силката. What? Так, хорошо. Минус один. Они просто дамаг вливают, это не помогает. Кого ты бьешь? Иди того бей, пожалуйста. Так, я делаю что? Куда? Куда ты идешь? Ты проиграешь. Все. Вливаемся теперь в этого темного джедая. Бросок светового меча. Давай толчок силы. Я попробуем. Здесь. Готов. Так, а ты херач прям по полной. Да. What? Законтролили, короче, да? Да, походу законтролили. Чем? Просто. Толкни его с силой. И шквалом дала. О, как улетел хорошо. Я здесь. Так, ну это силы больше не может. Пользоваться. Давай на ловкость. What? Так, что, вот, ты сейчас помрешь, вот.
Чем могу помочь Фамилова, в принципе. Давай, Карт, на тебя вся надежда. Я знаю, что ты победишь этих сраных зайчиков. Они против тебя ничего не смогут сделать. Что? Ты один остался! Карт, давай. Я верю в тебя. Не верю. Блин, ну чуточку осталось. Тактика в целом работает. Мы как контролим ребят. Как вы сюда попали? Чё ты в пень? Постойте. Лорд Малок был очень недоволен, когда узнал, что вы уж... Да, мы уже поняли, что Лорд Малок был недоволен. Оглушить, забить. Так. Чем могу помочь? Он швырнул меч. В бастилу, да? Так, ну ты его достреливай. Бастила, тогда давай... толчок силы. Делай. Так, дальше. Оглушить. Ты сам этого хотел. Она сейчас снова помрет. Ты его достреляешь как-нибудь? Я здесь. Ты проиграешь. Так, а ты что делаешь? Ты помираешь. Ты сам этого хотел. Почему так сложно? Как вы сюда попали? Постойте. Так, оглушить. Толкнуть его нафиг, расстрелять. Чем могу помочь? Ля, он раскидался. А бастила бежит такая. Я здесь. Так. Оглушить. Поехали! Бастилу надо полечить и боевым стимулятором сверху. Да. Чем могу? Бастила сейчас помрет. Да уйди как-нибудь. Подожди. Лечение и толчок силы. Покончим! Ты что делаешь? Толчок силы. Хорошо. Еще лечение. Нам надо жить. Боевой стимулятор. Ты вообще замочил, да? Давай теперь этого. Мочи. Ага, значит... What? Чем могу помочь? Окей. Этот у нас добит. Теперь нам надо вот этого. Девахи, у меня сейчас ведь... К бою! Отбегаемся, лечимся. Продолжаем бить. Вы втроем не можете загасить темного мастера джедая? Да. Короче, мне не хватает расходника, как я ощущаю. Очень сильно.
Чем могу вам... А почему у меня карт полумёртвый? Чем могу помочь? А, живи. Давай, живи, 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 живи. Кайтим, кайтим, кайтим. Кайтим, пацана. Что ты делаешь? Карт почему-то помирает. What? Я понять не могу, почему. Ну, почти его заколупали. Я здесь. Надо живить, хочу живить. Жить хочу. Обнаружила, что можно кайтить пацанов. А, ты на карту переключился, да? Побежали. Побежали, постреляли. Побежали. Получили. Девчонки сейчас его загасят. Постреляли. Все. Ох, красота. Да? Скажите, девчонки, красота. Чем могу помочь? I'm here. Ну, мне почему-то кажется, что, например, если бы у меня в команде был дроид, мне было бы куда веселее. Как минимум, потому что дроид этих кожаных на раз и два бы уделал. Ящичек. Ящичек. А в ящичке чё? Панель данных. В ящичке у нас... Да что ж ты делать-то будешь? А, я поняла, я машинально на F5 нажимаю... на Alt нажимаю, чтобы подсветить все. А то так не работает. Так. Чёрному ястребу вернуться я не могу. Но я могу останки. Я могу добежать до выхода наконец-то. Так, тут мы всех спасли. Там мы всех спасли. Тут мы всех освободили. Да почему у меня сундук подсвечен все еще? Нет там ничего. Значит, мы пойдем сейчас на черный ястреб. Нам нужно закупиться большим количеством медпакетов. То, что вот здесь находятся дроиды, которых я не... об которых убились мы сопартийцы в прошлый раз. Но здесь тоже находятся враги. В общем, мы в этой серии, видимо, зачищаем неспешно. Базу ситхов. И закупаемся. А потом, мы пойдем, мы прокачаемся, пойдем там, где два мастера джедая, с кучами пакетов мы пойдем туда, да? И таким образом победим их и там, и полностью вычистим всю базу ситхов. Наконец-то. И таким образом победим ситхов в этом месте. Вернуться к черному ястребу. Мне нужно очень много... Во-первых, я бы, наверное, поменяла своих сопартийцев, потому что... Ну, карт, конечно, неплохо. Да, что тебе нужно? Да, и стимулятор. Тебе нужно...
Я бы взяла Кандеруса. Всякий раз, когда я захожу, надо брать... Бо-бо-би-бо, подмычку. А ты до бесконечности будешь? Серьезно, ты до бесконечности? Ага. Граната. Граната, 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 граната. Ой. Все. Что могли, то нафармили, да, получается? Чем могу? С зайцами мне никто не может помочь. Угу. Так, я вообще попробовала взять с собой Кандеруса, который прям злой. И попробую взять с собой Кандерус и... Нет, наверное, не Кандерус. Давайте возьмем... Подожди. Блин, ну вот Бастила, она в прошлый раз... неплохо воздействовала, но по ее механике как-то... А тут мошенник, дроид-эксперт, да? Ну, имеет смысл брать вот этого вот. И вот разведчиков смысла нету брать, потому что... Я и так разведчик. Кандерус, интересно, будет сильный? Ладно. Давай. Я так понимаю, что они примерно распределяют по... Вот здесь вот... То есть тут разведчик, дроид, эксперт, мошенник, роги. Тут хранитель. Фиг его знает, что тут будет. Тут страж, солдат. Вот это вот ударная сила. Поэтому мы будем сбалансированными. А теперь экипировка. Имплантат я не могу, да? Ага. Окей, сюда. Внимательность, взлом. 84. Они ничего не влияют, я смотрю. То же самое. Давайте нейронную повязку сделаем. Перчатки Бреджика. Окей. Дуэльный щит. Мандалорский щит. Робот-джедая. Робот-джедая рыцаря. Темного рыцаря-джедая. Темного мастера-джедая. Так, значит, везде 20... А нет, вот здесь вот 21 робот-джедая, да? Везде 84, 3, 17. Меняется только... А, вон, смотрите-ка. 23 темного джедая. 25, 25. Ну... Можно 25 сделать. Получше, чтобы было. С чайни. 2, 6, 5, 15, да? Оружие ближнего боя. Мечи. А это... Два, 20. Фиг его знает, чем. Плюс 10... Плюс 10. Окей. Так. Тебя. Ты не можешь? 18, 21. Блин, тебе тогда получается на 6, 11, 13, 15.
Везде все, да, одинаково. Рукавицы, щит. Так, и тебе. А у тебя вообще ничего нет. Прям вообще ничего нет. 7-17. Вот так вот тогда получается. Давайте попробуем. О, какие все модные стали. I'm here. Так, а ты у меня надела на Так. Нет, я, пожалуй, с двумя побегаю. Хотя. Ну, 3.17, да, оно дает. Плюс 9, плюс атаку. Хм. Можно попробовать с двухклинковым. Ну так, жух-жух вообще здорово делает. Давай, торговец. Короче, продать. Строительный секьюрити, замчасти робов я бы продала. Вот это вот точно надо продать. Красные световые мечи тоже. Двухклинковый я бы еще оставила. Темный мастер джедай. Кстати, оно ж по... По этим штукам. Зеленый кристалл красный. Не хочу красные мечи. Так. Оглушающая липкая маска. Щиты. У меня 5000. Блин, а мне надо, наверное... улучшить. Медпакет. Отмычка, кстати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Медпакетов. Вот. И пойдемте улучшим тогда нашу броню. Наверное, надо на нее броню. Господи, одежда обычно у нее экипирована. На. Во. What? И поехали таким образом. Мы еще прокачаем. Че ты там? Он дон дансина, что? Так. У тебя, по-моему, да, можно было верстак. Броня не могу улучшить. Да, световой меч, двухклинковый световой. Давай сделаем зелененьким. И вот так вот сделаем. Собрать. Так. Ага. Оружие... Орда карт. У карты... А чё? У карты все прекрасно. На орда не хватило. Оружие ближнего боя. Улучшить предмет. Все есть. Хорошо. Точно все есть? Да. Так, давайте тогда... наденем двухклинковый зелененький световой меч. И такие вжук-вжук пошли. С картом и Джухани. Вот. С картом и Джухани мы пошли. Игру мы сохранили. Почему самое свежее сохранение находится в самой жопе истории? Умалчивает.
И нам надо снова, получается, на базу ситхов. Вообще, нам надо как-то на в ангар попасть и через этот ангар пройти. Экзотические виды. Нету никаких экзотических видов. А тут что? Он Дондансин, что-то там. Ой. Солдат ситхов. У нас есть разрешение на торговлю кольта, так что отвали. У нас есть разрешение на торговлю кольта, так что отвали. Сам отвали. Чего они ругаются? Вообще, силкаты те уже должны были сообщить о том, что ай-яй-яй, нас похитили, ай-яй-яй, нас принуждали к темной стороне. Нас соблазняли силой, властью, мощью. Вот этим вот всем. Что это? Я только подошла, а он уже помер? А чё вы такие хлипкие? Ты сам этого хотел! И вступаю, джедай! А чё вы такие хлипкие? А чё тут было? А чё это такое? Транспорт. А мне, походу, сюда и надо было, да? Ну, если что, потом дочистим, ладно, база ситхов. База ситхов. Доставьте транспорт на базу ситхов. Интересно, а что сейчас будет? А, мы сразу, мы телепортировали сразу уже на базу ситхов. Замечательно. Так. F5-ка. Ну, сейчас-то у нас... стол заюзать, нет? Ну ладно. Что-то как-то все резко стали умирать почему-то. Интересно, почему? Так, а тут я уже была. Вроде бы. Ну, была. А, мы отсюда убежали. Кинь гранату, пожалуйста. Мы чёрного джедая-то победили. Включи дроида. Давай, включи. Ну, отключи дроида, давай. Пас бросок. Ну, походу, да. Походу, отключила дроида она. Это, отключи этого дроида. Ты сам этого хотел. А я добью. Я стану твоей погибелью! Ой, а этого, походу, успешно, да, отключила она? А, они на время отключаются. Да хватит жарить. Ты стал уже жарить. Да. Они. Не, нам стоит такой. Ну, а вот я подожду, да? Вы добьёте его уже когда-нибудь? Добивайте, давайте ко мне. Готов. Да. Давай, давай. Медпакетов надо добывать. Медпакетов не хватает.
Прям сильно. На республику! Я помру. За орден! Ха! Я стану твоей погибелью! Я стану твоей погибелью! Ты пойдёшь! Ну, на базе сифтов, конечно, они чуть более плотные какие-то, да. Вот так и поступай, не джедай! Да? А ты давно ли стала вот таким вот джедаем, дорогая моя? Она так радуется тому, что вот так поступают джедаи. Я джедай, ура! Я стану твоей погибелью! Я стану твоей... Твоим сыном. Короче, бой против темного мастера. Мастера джедая... Поступают джедаи! Вот за одно... орден! А вы куда... Девки! Девки, вы куда? А нет. Своим услугам. А тут еще. У меня никаких денег не хватит. На это все. I'm here. Вот так и поступай, не чудай. Давай еще раз так сделай. Ну и так тоже можно, да. Это там перестреливается из дроида. Поехали! Почему они как животные сейчас? Вот так! И... Да. Летит сильнер, давай. Вот так! И поступай, джедай! О, с критическим ударом веселее. За орден! Да-да-да. Так. Северный компьютерный зал. Сто пудов там сейчас будет какая-то западня. Мне кажется, мне сюда не надо. Мягко говоря. Но, походу, все-таки да, да? Что у нас по времени есть еще? Ну, давайте помрем. А, не, смотрите. Что-то есть. А, и что? Компьютерная панель. Комната безопасности. Отключить сторожевых. Тренировочная комната контроля потока, пара, отключить паровые вентили не хватает. Я зачем-то просто паровые вентили отключены. И что? Вот они отключены. И мне сюда, наверное, надо, нет? Тут сделали.
там сделали. Осталось тех ребяток победить за той дверью. И все будет у нас прекрасно. Джохани такая, боже мой, за что мне такой друг чудесный? Силовое поле, отключенные дроиды, ребята. Хая! Надо как-то запас силы прокачать, то есть маны. Все, нам надо теперь пройти вот это вот испытание, да? Огнем практически. У нас остались ребята здесь. Что у нас по времени? Времени у нас 41. Ну давайте тыкнемся, попробуем. Так, в тебя бы нам... Блин, а ту... А, ну это просто неудачнички. Блин, они силы используются. Карт. Давай. Так, мне надо сделать. Джоханечка, Джоханечка, держись. Так, а ты чё отравленный? Джоханечка, держись. Так, этого надо добить. А, сейчас меня добьют. Они так хорошо стоят. Ой, Джуханечка сейчас что нужно? Помрет. Интересно, а тут будет Friendly Fire? Фиг его знает. То ли Friendly Fire, то ли Friendly, не Fire. Продолжаем критически ударять. А, нет, не перебил. Подожди, сперва критически полечим. Ты что делаешь? Тебе не учили, что бить спину, и это не спортивно. Тебя Джухани очень быстро от этого отучат. Короткий световой меч. Может, поэтому они злые, что у них световые мечи короткие? Мы вынесли всю базу ситхов. Просто вынесли. Звон. Done. Спасибо. Усилитель силы? Подожди. Усилитель силы? Ловкость плюс один, физическая сила. Понятно, подожди. Я думала, что это будет усилитель силы. Done. Которые силы, прям силы. Так. Там мы залутали, там мы залутали. Поехали дальше. Вычистим дальше. Ну а что делать? Я не знаю, что делать. Куда идти, куда бежать в этом Манаане. Поэтому мы, наверное, дочистим в следующий раз базу ситхов. Или сколько у нас там времени-то?
А, ну вон как раз, давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр, я вам буду очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментария. Также у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд, все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.